сейчас вот сделаю. Сидел на озере рыбак, лодки с удочкой брал, и потому не замечал, как на воду лед туман. А потом увидел он белый пар со всех сторон. Что мне делать, как мне плыть, как узнать, куда мне плыть, как узнать, куда мне плыть. Посмотрел вперед-назад и поплыл он наугад. Лодка снулась на весло, берег рядом повезло. И рыбак пришел домой, дверь толкнул своей рукой. Видит в комнате жена, словно статуя одна, и не смотрит на него. За окном застыла ночь, неподвижно в люльке дочь. А при той часы стоят, на хвосте висят.